Сроки проведения Всероссийской олимпиады школьников перенесены. Школьники Одинцовского городского округа, несмотря на сложную ситуацию, смогут в ней участвовать. Принимая во внимание переход школ на дистанционное обучение и перенос массовых мероприятий, Министерство просвещения Российской Федерации изменяет формат заключительного этапа интеллектуального состязания. Ребята смогут оставаться в своем населенном пункте. Детали нового расписания и регламент заключительного этапа олимпиады будут опубликованы в ближайшее время на сайте областного министерства образования.